Казанский федеральный университет предоставляет комфортные условия для проживания и обучения. Для налаживания контактов со студентами администрация вуза и управление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан проводят встречи, на которых подробно разбирают вопросы, актуальные для иностранных студентов. 2 ноября в актовом зале Института управления экономикой и финансов прошло очередное заседание с учащимися из СНГ. Для вуза важно поддерживать диалог со студентами, поэтому приглашаются представители различных ведомственных структур. Директор департамента внешних связей Ольга Вершинина рассказала о значимости мероприятия. Сегодня мы проводим встречу иностранных обучающихся Казанского федерального университета с представителями администрации и с представителями Министерства внутренних дел различных подразделений МВД. В Казанском университете обучается 12 тысяч иностранных обучающихся, и порядка 4 тысяч – это студенты, которые поступили к нам в университет в этом году. Из администрации КФУ и Министерства внутренних дел по Республике Татарстан были приглашены специалисты по борьбе с наркотиками и экстремизмом. Студенты активно участвовали в беседе, им были интересны многие вопросы. Какие меры безопасности принимаются в университете? Есть ли психологическая помощь для иностранных учащихся? Какие деяния уголовно наказуемы и прочее? Студенты из стран СНГ также интересовались процедурой прохождения медицинского освидетельствования и порядком получения тех или иных справок в университете. Отдельными пунктами было выделено проживание в общежитиях Казанского федерального университета. Поэтому чрезвычайно важно рассказать им о правилах пребывания в университете на территории Российской Федерации, предостеречь, возможно, от попадания в какие-то сложные, непредвиденные ситуации на территории Российской Федерации. Это очень-очень важно. На мероприятии выступает представитель управления по контролю за оборотом наркотиков, представитель Центра по противодействию экстремизму МВД РТ и, конечно же, представители управления по вопросам миграции. Несмотря на то, что на встрече поднимались серьезные вопросы, атмосфера оставалась дружеской. Студентам рассказали про многие аспекты учебы в Казанском федеральном университете, про деятельность молодежных объединений, кружков и секций, про спортивные и культурные мероприятия. Дискуссия получилась насыщенной, а проблемы, с которыми столкнулись иностранные учащиеся, будут решаться администрацией вуза и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан. Николай Суховский, Тимур Ахметов, Универ Новости.